Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыли в Химки на открытие транспортной развязки на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства лично осмотрел объект. Хочу поблагодарить вас за результат работы. Замечательно. Для города очень важно. И для работников «Энергомаша» это одно из крупнейших предприятий в отрасли. От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь. Несмотря на пандемию, транспортную развязку в городском округе удалось построить в рекордные сроки, всего за один год. Вот эти Химки, да, разделены дорогой в Ленинград. С одной стороны 100 тысяч проживают, с другой стороны 60. И людям, конечно, очень тяжело в Ленинград проходить переход. Сейчас ситуация поменялась благодаря вашим усилиям. Отныне путь, который ранее занимал у автомобилистов не менее часа, проехать можно за 15 минут. То это тоже будет очень серьезный эффект для роста экономики. Потому что, как известно, новые предприятия, рабочие места не создаются без дорог, без сообщений. Напомним, президент Владимир Путин лично дал поручение о строительстве развязки после того, как в апреле 2019 года посетил завод «Энергомаш». Тогда работники рассказали главе государства о проблемах с транспортной доступностью предприятия. Основная задача развязки – соединить старые и новые Химки, а также обеспечить транспортную доступность в промышленную часть города. Первые машины уже поехали по новой транспортной развязке.